таким, конечно, необычайным сюрпризом стала встреча с цветной открыткой «Ликование осени». Так интересно, что это приложение к песне «Осень ясноокая». Вот это очарование музыки, такая красота слов в содержании этой песни, что как-то можно по-новому с этим встретиться благодаря приложению вот этому новому. Настолько оно, конечно, бесподобно, вот яркости, щедрости цветов, вот это ощущение такого объема прямо. Смотришь на эту открытку, и она по-настоящему объемная, и в ней настолько все по-сказочному объединяется. Вот это небесная красота, такая нежность неба и одновременно яркость. И это же яркость и нежность в цветах осенью, в листве, и потрясающая морская вода. Все это как-то так объединяется совершенно необычайным образом. Вот, и это так, с этим настолько интересно встречаться. И в звуках песни это вообще интересно очень получается. Вот это чудо сказочных образов природы, которые подарены песне, можно увидеть в этой открытке. И этим хочется любоваться и любоваться. Первая встреча с открыткой, и, знаете, сразу такое ощущение праздника. Праздника жизни, праздника красок. То, что сама эта яркость и такой перелив красок, они... Ну, у меня в сердце родился восторг. Восторг от встречи с этой открыткой. А когда я сегодня слушал самой песни, знаете, каждый куплет, каждая строчка, они благодаря открытке открываются в новых смыслах, в новых красках, и ты буквально погружаешься в эту атмосферу песни, и ты становишься ее участником. И от этого хочется еще и еще раз встречаться и открывать что-то новое в песне. И сегодня открылась сама вот эта яркость этой песни, сама ее динамика. Просто восторг. Встречаясь с открыткой, праздничное настроение, праздничное чувство мгновенно наполняют сердце. А благодаря встрече именно открытки и песни ощущается вот эта динамика праздника, само движение, когда песня начинает звучать, еще не слышен голос, только музыка. Смотрю на открытку и ощущаю само действие, которое происходит на открытке. Вот то, что до этого казалось уже динамичным и действующим, благодаря встрече с песней становится еще более действующее, более активное. Такое ощущение, как будто сказка открывается перед глазами. И вот действие осени. И такое удивительное ощущение, когда слушаешь песню, смотришь открытку, что, да, ощущение всей картины, всей песни, и при этом какие-то строки особенно ярко вспыхивают, становятся видимыми, зримыми, наполняют сердце радостью и дарят вдохновение и желание встретиться снова.